молодых пацанов отпусти, а вот этого Рябчикова не отпусти, пусть он почувствует. Разрешите? Давай. Пусть он почувствует, что он себя ведет некорректно, как нынче говорят. Все, до связи. Так, что там у вас? Здравствуйте. Садитесь. Я уже давно сижу. Сижу, это хорошо. Давайте, что у вас? Сижу, заявленица у меня. Заявленница. Так, сейчас, ладно, сейчас. От гражданки одноразовой РЕ. Значит, РЕ, Раиса Евгеньевна? Нет, Раиса Евлампивна. Пивна? Певна. Так, считаем, секунду. Прошу вашего содействия в плане переселения в другой дом. Ага. Хулигана и дебошира Деревяшко АА. Ну, полностью. Алексей Алексеевич, что? Я только дописываться. Деревяшка, кто? Аркадий Аркадьевич. Кто? Аркадий Аркадьевич. Хорошо, оставим АА. Значит, в связи переселить его с постоянным непрекращающимся дебошем по адресу Большегрызьевская, 13, корпус 29А, квартира 254, дробь. 685. 685, да. Это за Долбухинскими прудами, да. Я помню. Вы знаете, сразу вас не порадую. Дело в том, что государственные фонды, они сейчас жильем, они у нас переполнены. И, значит, мы поставим вас на лист ожидания. Я вот свою подпись ставлю. Сейчас секретарша отнесете. Смотрите, и мы вам позвоним, но не раньше января. Не раньше января 2029-го. Так что выходите и... Женщина... Еще 16 человек там сидит, давайте не будем строить глазки, я здесь на работе, мне сейчас, честно говоря, не до вас. Берите ваше заявление, берите, все. А я своего Тимофея спрашиваю, он не он? Он говорит, не он. А я говорю, он, Ленька наш, как бежит время. Я помню. Мне чудное мгновение. Женщина. Передо мной явилась. Извините, вы помните, я ничего не помню. Мимолет. Что за день сегодня? Наеви. Как ты пел, Лёнь. А это стихи в школе. Двое в комнате, я и Ленин. Кто? Владимир Ильич? Ну, конечно. При чем здесь? Ох, Лёнь, как ты читал. Смешно ему. Ой, Лёнька, как вы бежит время. Вы говорите по делу. Честно как говоря, у меня время. Такой поток людей. О, я вас не помню, женщин. Школа номер 31. 31, ну. Гоголя 123. Подождите. Гоголя 123. Квартира... Квартира три. Но... Тамарка Белосавская. Томка. Как ты... Там же написано было в заявлении. Раиса Евлампина. Какая Тамарка? Одноразовая, да. Ну, конечно. Одноразовых-то в классе не было. Так это же моя замуж выходила. Ну, а раньше-то я была. Ну, так смотри. Смотри. Рая. Райка Шарпей. Шалфей. Да, я смотрю. Но. Ты же, знаешь, и ты вот, Рай, ты когда вот так профиль сделала, я тебя вспомнил. Рая, приятно. Ой, тебе. Рай, ты время. Изменилась, да. Ну, ты, я тоже. Похорошела, Рай. Спасибо. Похорошела, Рай. Ты тоже похорош... ничего. Да, ты да, тоже да. ничего. Рая. Лёнь. Ну, как мы бегали, Рай. Как мы любили, я как предлагаю. Мы целовались, Райская. Лёнь, целовались. Я как? Предлагаю отдельно встретиться, ой. Лёнь, ой. То есть в смысле, Рай, я уже, понимаешь, ой. Ты меня уже за, я уже сам к себе обращаюсь, сейчас буду еще честно. На реке Бздунька, я помню, ты мне повалил, платье задрал. Рай, ну, что, да забыл? Да когда это было? Да повалил. Как говорится, было дело, да закрыли дело. Давай встретимся отдельно. Возьми заявление, поговорим. Ну, повалил. Такое работает. 16 человек. Рай, повалил же. Рай. Рай. Ну, повалил. Ну, что? Ну, повалил. Ну, мы закрылись, что мы подумаем. Ну, повалил. Рая. Ну, повалил. Ты знаешь, сколько я по работе валю? Не да,
недавно банду взяли, 4 выстрела, 4 повалил. Да мне это вообще интересно. Кого я только не валил. Ну ты меня-то ведь повалил, Лёнь. Ну повалил. Ну Рая. Но! Но, Лё. Ну повалил. Повалил. Рая. Раиса. Повалил. Значит, что? Вера, никого пока не пускай. Лёнь, значит, любил. Рая. Любил. Давай встретимся на отдельной территории. Я говорю, любил? Рая. Никого нет, любил. Лёнь. Ох, ну любил. Ну когда это было, Рая? Ну любил, ну давай, все, бери заявление, Раис. Ну потом вот встретимся она, любовь, на отдельной территории. Бывает даже, ну, к человеку не... А сейчас любишь? Ну, Рая, да люблю я, отстань только. Люблю, отстань. Я и со своим Тимофеем поспорила. Говорит, любит или нет? Он говорит, нет, Райка, не любит он тебя. Не любит, а я говорю, любит. Любит, любовь-то жива. Осталась она. Мы с ним на бутылку коньяка поспорили. И я ведь выиграла. Любит! Поздравляю! И тебя, и Тимофея. Рай, бери заявление. Давай, потом отметим отдельно твой выигрыш. Все, давай, это самое. Давай, Рай, давай. А я тебя, Лёнь, никогда не любил. Лёнь, никогда. Мне еще мать моя говорила, после того, как ты меня повалил, она говорит, заяву на него напиши. Может, что, деньжат заработаем? Да ладно, мам, пусть живет. Все подружки. Зинка, Оксанка, Ольга. Говорит, кого ты в этой дрища нашла? Длинный, сухой, что-то все бегает, горбатый, угринистый. Нафиг он тебе нужен? Зачем тебе нужен? Я с тобой так для профилактики. Так-то ты какой был, Лёнь, дурачок такой остался. Ни ума, ни фантазии. Все лейтенант, ему же 30 лет. Дурак дураком. Гражданка одноразовая. Присядьте. Слушаю. Откровенность на откровенность. Раз, вы так, я... Сколько времени это прошло? Сразу. Смешно. Не распускайте руки. Вы все-таки у начальника отдела. В общем, значит, помогать начну вашей семье по заявлению прямо сейчас. Ой, спасибо, Лёнь. Да. Ой, спасибо. Что вы с любовь-то делает настоящий Вера, друг? Слушай, там у нас семья мигрантов была, 19 человек. Ну, 18 детей, да? Негде было селить, ты помнишь? Да. Есть, значит, адрес запиши. Улица Большегрызевская, 13, корпус 29А, квартира 254/685. Да. Ты что, Лёнь? Да большая комната, да там 12 метров. Ты что, вскрывайте и заносите раскладушки, и давайте, и есть двухъярусные, и трехъярусные кровати есть. Да. Да, и соседи хорошие. Ты что, с ума сходишь? А, слушай, а вот этого дебошира, как его, деревяшка АА, вообще не трогайте, нормальный мужик, пусть отдыхает. Пусть отдыхает нормальный мужик, да, все. И, кстати, у них еще одна комната опечатана, и я завтра посмотрю список нуждающихся. Ты мне принеси, желательно многодетную семью, да, желательно. Так что надо людям помогать. А к тебе сейчас придет одноразовая, нет, это не оскорбление, одноразовая РЕ, ага. Зафиксируй ее заявление. Пусть лежит до 2029-го. Да хотя не спеши, до 2036-го. Да. Я чувствую, я сам тебе ее принесу. Ага, давай, ага, все. Ух. Говорил мне еще Тимофей. Зря, говорит, к нему идешь. Нельзя доверять власть людям. Нельзя. Ай, нельзя доверять власть, нельзя. Права была мать. Раз не хочешь по-хорошему, значит, писать на него надо заяву. Хоть и давно это было, но раз завалил, пусть отвечает. Сейчас это модно. Я поцелую. Подожди. Заодно и стриптиз.